Вперед, 15 узлов. Борт 20. Замедлите до 20 узлов. 15 градусов влево. Замедление до 10 узлов. 15 градусов влево. Замедление до 10 узлов. All right, slow down to 2 knots. Speed up to 15 knots. Мы готовы к запуску ракеты. До цели осталось 120 километров. Team Alpha, get ready to take off. Roger. We are on the move. Team Vera takes off after Team Alpha. Make you ready. На расстоянии 650 километров приближается вражеский флот. Готовься к бою. Let's kick the tires and light the fires. Here we go. Crush them all. Lock and load. Party time. Approaching from 200 miles away. We'll go. Bandit, welcome to hell. Вражеский самолет найден. Поднимусь. Ladies and gentlemen of the Russian army, I'll start the broadcast. Radio on. Я только что обнаружил вражеский самолет, но он исчез. It's working. Attack. Box 3. Кажется, нет проблем. Давайте проведем разведку умеренно, а потом вернемся назад. Bravo Zulu! Approach. Fire SM-2 missiles. Miss one missile. Distance 5,000. It's fast approaching. 2,000. God damn it! We almost died! It's time to pay back!
радаре не было обнаружено ни одной ракеты. Если так, то это была торпедная атака. Have been used up. Ракета готова к запуску. Если все в порядке, стреляй. Запусти ракету.
stop it. Constellation was devastated. Carry out rescue operations quickly. Дальнейшее пребывание опасно. Давайте вернемся. Submarine, course 260, distance 55,000. Hard to starboard. Full speed. Жесткий правый борт. Полная скорость. Атака. Номер один. Номер два. Торпеда. Расстояние 8500. Продолжай двигаться вперед. На полной скорости. Слишком близко. Улица 5500. Помилуй нас, Боже. По великой милости твоей. Не говорите мне счастливых вещей. Плохое вдохновение. Это все из-за тебя. Даже если я убог, я стану призраком. Расстояние 500. 200. 100. Столкновение. Будьте готовы к шоку. Жесткий порт. Максимальная скорость.어제 캄차카반도 인근에서 미군과 러시아군 사이에 대규모 전투가 벌어졌습니다. 이 전투로 미군 측 군함 두 척이 침몰했으며 러시아군은 잠수함 두 척을 포함 최소 10여 척의 군함과 태평양 함대 기지 시설에 큰 타격을 입었습니다. 昨天在勘察加半岛附近发生的战斗中，俄军击沉了两艘美军军舰，被击沉的军舰包括一艘阿莱伯克级和一艘最新护卫舰，至少造成300人伤亡。 The exact number of casualties has yet to be counted, but US troops are expected to be around 300, while Russian troops are expected to be thousands. Upon receiving foreign reports that Russian warships and submarines were sunk, the families of the Russian Navy crew marched through the streets asking for confirmation of the lives of the soldiers.
Военные корабли ВМС США, которые вчера вторглись на Камчатку, были полностью отбиты российским флотом. В Минобороны заявили, что сообщения иностранных СМИ о том, что потери российских военных значительны, не соответствуют действительности, а военные корабли и подводные лодки, которые, как известно, тонули, все еще находятся в боевом режиме. В правительстве заявили, что те, кто распространяет фейковую информацию, связанную с войной, и вызывает социальные беспорядки, будут строго наказаны в соответствии с специальным законом.